Партнер – это, конечно, очень важно. И партнеров, конечно, я всегда говорю, чем больше, тем интереснее будет работать и лучше. Когда мы писали грант, у нас появилось много партнеров, поддерживали, которые нас. И сейчас в течение вот эти партнеры, которые помогали реализовывать вот этот грант, они сказали, мы всегда вас поддержим, если вы будете еще писать грант на такую тему. Мы говорим, как раз у нас сейчас продолжение, будем подавать грант на продление карманного парка на Калхинской. Заинтересовать, конечно, очень сложно. Сначала не очень охотно шли партнеры, но потом, видя, что это делается именно для блага народа, и для них же эти дороги ремонтируются, детские площадки устанавливаются. Но помощь не только в благоустройстве. У нас в летний период летние отряды трудовые, и они нам оказывают помощь в организации экскурсий на производство. Мы вывозим детей и в музеи. Это все у нас партнеры предоставляют транспорт, технику. Уже более 9 лет мы плотно сотрудничаем с ТОС «Сосновый», который находится в Первомайском районе. Все мероприятия проводим совместно. Много внимания уделяем патриотическому воспитанию. В 2022 году мы вот реализовали проект совместно. Мы с ребятами ставили театрализованное представление. ТОС «Сосновый» нам помогал в этом.